красном. Чего ты? Дай я тебя поглажу. Ну, иди. Бим, бим. Вьетнамцы. Чего ты? Прям на улице минус 20. В красном это Старицкий район. Деревня красная. Храм он стоит красный. И вот такие вон они все торчат. Вон он не боится. Привет! Вон Романовки, там еще вон, смотрю, ходят. Кормушку всю разложили, сено не очень, смотрю, качество. Вон он стоит возле меня. Вон рукой глажу. Романовка, конечно, печальная стоит, но таковы реалии. Не знаю, хозяйство чье. Ну, хоть сено есть. Вон он стоит. Вот так вот. Бяшки. Бяшки. Да там вон еще один хряк ходит. Здоровый. Вот стоит. Вон еще. Одни хряки, а это, не знаю, свинка, не свинка. Солому херачит. Там загорожено, эти что-то на улице гуляют. Не знаю, вон Романовка. Бяшка. Бяшка, чипованная, смотрю. С племзавода дважды уже ухо. Вон надрезана у ней. Потеряла бирку второй раз. Чиповали. Это более-менее две, три таких слабоватых, конечно. Подкормить бы их, чтобы... Вот так. Вот так. О, большой гоняет. Иди. Он третий идет. Черный весь. Видишь, не? Он вентилятор сработал. Ну, такая ферма. Вон видно нижний этот, блин, нижний ряд с этого известняка именно Старицкого, с каменоломни. Прикольно. Постройка, видать, хрен знает какого года. Но сейчас поедем, покажу сам храм, чтоб знали где. Иди. Это свинка, не пойму. Да, нет, хряк. Вон он. Вон он. Ты шкура, блин, такой матерый. Да, бим. Где он? Поехали. Давай, бим. Сейчас.
Что, будем разворачиваться? Хрен знает сколько. Ну ладно, сейчас попробуем. Попробуем заснять, чтобы храм было видно. А то мы туда сунемся, хрен выйдем, да? Лучше задом. А задом я вообще ничего не вижу. Развернемся, наверное. Тихонечко. Сейчас попробуем. Уже хреновенько. Я тебе говорю, мы устанем отсюда выезжать. Ага. В сугроб тыкаемся, да? Да. Приехали! Так. Приключения продолжаются. Вон наш деревний храм. А там не шутка. Хреначит. А вот эта ферма. Снимали, так не увидели хозяев. А вот наша газель. Короче. Развлекаемся. Как это помягче сказать. Так, не было приключений, мы их решили устроить. Цепи ничего хорошего не делают. Ну, не особо помогает, она зарывается, а перед ней не вылазит. Одни свинушки довольны. Мишка идет, может, что-то ей получится. Какая техника прет, бля. Сейчас, пап, дальше снимем. О, и мелкий Ермановка на нас смотрит. Сейчас посмотрим, что там. Приключения, ёпта. Продолжается. Сейчас порвем или не порвем. Что, должны будем, нет? Ты спрашивал, что, должны, нет? Что, должны будем? Нет? На, может, тебе поможет. Спасибо! Баскакова? Да. Я говорю, там, где свиньи, нахуй, в рулонах живут. А, говорит, у Виски у Баскакова. У него, говорит, там вся живность, говорит, живет в рулонах, нахуй.
А что это так? Он туда закатывает, говорит, рулон на двор, нахуй. Они, говорит, у него и овцы, говорит, так, и там, свиньи, говорит, все в одной. Ну, видишь, хорошо, хоть приехал, правильно, да? Да, я у него спросил, он говорит, да без проблем, ребят, сейчас я, говорит, как-то заведу. Он навозы возил, я, говорит, раз видел, куда вы ездили? Я говорю, ну и сено возили, куда лошадям. А, понятно, москвички, говорит, да. Мы же все на всех друг друга знаем. Ну, да. Так, еще будем цепи же снимать, да? Конечно. Ага, ну ладно, все тогда. Че, приключения вроде закончились. Так что, всем пока.